Начнем мы со специального предложения только сегодняшнего дня. Так, 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 что сегодня является спецпредложением? Великолепное платье. Волшебный вечер! Я хочу сказать, что это Бенитро Бени. Один из самых уже любимых брендов наших модниц. Хочу сказать, что платье «Волшебный вечер» сегодня примерила на себя наша красавица Оля Грядунова и получила массу комплиментов. Да, кстати, комплиментами меня осыпали даже с утра. Знаешь, мужчины с утра все сонные. Нет, не сонные, это миф. Все подходили и говорили: Оля, ты великолепна, спасибо. Если вы хотите также получать комплименты, обратите внимание на спецпредложение. Платье представлено, Оль, ты знаешь, мне нравится. 4 расцветки. Это хорошо, когда женщины могут выбрать для себя свой цвет. А сейчас у меня в руках темно-синий цвет, который по праву женщины уже называют второй черный. На каждом платье вы видите блестящий принт. Я расскажу секреты новой технологии, и этот принт отличается от остальных на других расцветках. Следующий опьяняющий цвет — бордо. Причем, знаешь, цвет мне очень нравится, что он не вычурно яркий. Да, он глубокий. Спокойный, глубокий. Яркий васильковый цвет примерила на себя Олечка. Это электрик. Его так называют — электрический синий. Наша женщина называет его просто васильковый. Василек сегодня выбираю для себя я. И я напомню, что сегодня волшебный вечер. Так называется платье, которое представлено в 3 цветах. На него действует сегодня специальная выгодная скидка. 1300 рублей. В преддверии Нового года остается в вашем семейном бюджете. 4 цвета, Оля. 4-й цвет ждет на подиуме. Его примерила на себя наша модель Екатерина. Кстати, Олечка, по поводу черного цвета. Ты знаешь, черный любят 80% женщин. Поэтому в этот предновогодний, можно сказать, день многие выбирают именно черный. Слушай, ну черный всегда 100% стройнит. Так что, если вы хотите постройнеть к Новому году, к рождественским праздникам, не нужно мучить себя диетой. Закажите черного цвета платье «Волшебный вечер». Хотя, ты знаешь, вот это платье в любом цвете, со стройнящим эффектом. Хочу узнать, почему. Ты знаешь, Олечка, здесь микс тканей, и меня это очень радует. Ты заметила, что зона верхняя облегченная, да? А это за счет, конечно же, струящегося вискозного полотна. Это сетчатое полотно, и так же, как и основа, кокетка, планочка на передней зоне платья, она украшена блеском. Ты знаешь, вот меня нанотехнологии сегодня покоряют тем, что блестящие ткани на самом деле выглядят очень достойно. Да. Ну и это очень качественное, износостойкое полотно. На самом деле многие дизайнеры выбирают сетчатые и шифоновые материалы для того, чтобы верхняя зона женщины выглядела более легкой. Более легкой? Слушай, а для меня это, знаешь, знак того, что мне не будет жарко. Все-таки вот просто в платье без рукавов я не рискнула бы пойти, да. Потому что вот эта зыбкая зона, ее всегда хочется спрятать, если полные ручки. В данном случае мы не только прячем, а украшаем. И при этом получаем полноценный комфорт. Не жарко. 2499 рублей. Не забывайте, что это красная цена. Кстати, хочу тебе сказать, что у нас очень богатый размерный линейка от 50 до 68. Наши женщины уже определились с выбором цвета. Давайте поможем выбрать вам ваш размер. И знаешь, что мне нравится, Оля? Наши сдвоенные российские размеры помогут женщинам с нестандартными фигурами выбрать для себя свое платье. Например, наша Татьяна, вы видите сейчас на нашей моднице оттенок бордо, как Оля сказала, опьяняющий цвет, цвет бургундии. А наша Таня носит размер 50-52 и выбрала платье «Волшебный вечер» размер 50-52. Но ты заметила, Олечка, как хорошо сидит платье. И действительно, такими лекало-точеными славится этот бренд. Невероятно привлекательное платье, вот прям такая фигурка статная, такая прям изумительная, идеальная, если вы хотите быть идеальной, если вы хотите произвести фурор на вашей вечеринке. Обязательно дозвонитесь и закажите «Волшебный вечер», пока все 4 цвета в наличии, пока все размеры от 50 до 68 дожидаются именно вас. Слушай, Свет, и размерная линейка достаточно широкая, 68 размер в наличии. Мне это очень нравится, но а то, что платье стройнит наших девочек, вы в этом убедитесь сами, когда примерите «Волшебный вечер» на себя. Секрет здесь не только в легкой струящейся сетчатой вискозной ткани, сколько в основном. Это полотно трикотажно-вискозное полотно, трикотаж пике. Чем отличается этот сорт трикотажа от всех остальных? Он фактурный. И еще он очень плотный и упругий. За плотными и упругими тканями будут скрываться все секреты вашей фигуры. И давайте еще раз посмотрим, как это платье моделируется.
моделирует вашу фигуру. Вот здесь, Оленька, я могу точно сказать, вы можете не сидеть на диетах, но каждый раз, надевая это платье, вы будете убеждаться, вам не грозит плохое настроение в этом платье. Точеная, красивая, стройная фигура, как у наших моделей. Слушай, оно прекрасное. Ты знаешь, я вот запомнила раз и навсегда урок, который мне преподнесла одна продавщица из очень хорошего магазина, когда мы выбирали с ней вечернее платье на одно праздничное мероприятие. Она мне сказала: Оль, если ты хочешь быть идеальной, всегда выбирай плотные ткани, тогда рельефы не будут заметны. Совершенно верно, посмотрите, а я еще хочу, чтобы вы обратили внимание на длину платья. У Оленьки, кстати, нашей Гридуновой, рост 1,61 м. Длина платья закрывает колено, и, кстати, коленки. И многие женщины пытаются отмоделировать и свои ножки, если у вас полноватые колени. Сейчас вы видите черный цвет на Кате. Катя носит размер 54, выбирает платье «Волшебный вечер» 54-56. Ольга Гридунова носит размер 50-48, выбирает платье «Волшебный вечер» 50-52. Но это никоим образом не портит внешние виточки. Платье просто в зоне бедер сидит чуть-чуть свободнее. Таня, я люблю свободу, да. Да. Таня носит размер 50-52. И вы видите сейчас, рост Тани 1,72 м. Вы видите, как платье закрывает колени, и Таня выбирает размер 50-52. Слушай, я вот хочу тебя спросить, когда мы будем многократно надевать это платье? Естественно, мы в нем только стоять не будем. Будем садиться, колени, ой, не колени, а локти сгибать периодически. Скажи, вытягиваться не будет ли материал, ты знаешь, деформироваться? Олечка, ты знаешь, многие женщины очень часто волнуют вопрос, как потеряет ли платье внешний вид со временем носки и стирки. Хочу напомнить, что в ткань добавлена лайкра и в верхнее полотно, и в трикотажное. Поэтому наше платье не вытянется. Легкая эластичная текстура не позволит потерять платье внешний вид. Стирайте 20 градусов температуру воды и помните о том, что это полотно не мнется. 1300 рублей экономии и всего 2499 рублей за ваш сногсшибательный эффект.